proiect pentru dezvoltare sportului, cu un campionat mic în care vor participa multe din școlile din raionul Tărăclie. Cu ajutorul Guvernului Republicii Bulgaria vom construi un teren de mini-futbol care va fi pentru câștigătorii acest campionat. Второе, третье место получит спортивный инвентарь для учебных заведений. И, как мы уже говорили, в этом чемпионате не будет проигрышей. Абсолютно все команды получат приятные призы и сюрпризы. Например, для команды, которая забьет наибольшее количество голов в течение чемпионата, даже если она не выиграет, мы подарим большой телевизор, жидкокристаллический экран, который мы уверены, что пригодится в учебном процессе этого учебного заведения. Сегодня в Молдавии, к сожалению, меньше детей, чем 20 лет назад. И такие проекты, как сегодняшний проект, это дает импульс и тренерам, и детям. Желаем успех как на организаторите, так и на участниците в турнира. Убеден съм, че подпомагането на младото поколение, осигуряването на условия за спорт и физическа активност е ключът към изграждане на здраво и силно общество. Но не букру факту, че апар компании, апар асоциации, кари începe инвести в виетору нас. Începe инвести в копии, в виетория мембри социетеции. Мы приехали из села Светлый. Мы долго, усердно тренировались. Уделили особое внимание этому турниру, потому что хотим одержать победу, чтобы построили для нашей гимназии хорошее поле. И если получится так, что мы дойдем до финала, мы хотим получить мини-футбольное поле, потому что наше село, в нашем селе оно отсутствует. Ну, плекаем фара кусик. Toată echipa mea este gata ca să țină câștigul în acest meci. Deci s-a mers pe calea să fie și interesant pentru copii și folos pentru comunitate. Ребята заинтересованы, это стимулирует. До конца мая нервы будут напряженные, как говорится, но победит сильнейший в любом случае.